В крае, в том числе и в Славянском районе, сохраняется уровень пожароопасности 5 класса. К слову, самого высокого. Но, несмотря на постоянные предупреждения ГУ и ЧС, некоторые жители нашего района халатно относятся к пожарной безопасности. Так, из-за неосторожного обращения с огнем в этот четверг произошло возгорание в садоводческом товариществе «Хуторок». За считанные минуты из-за сухой ветреной погоды пламя распространилось на большую территорию. Только благодаря оперативным действиям пожарных удалось локализовать пожар. К счастью, обошлось без жертв и больших материальных потерь для владельцев дач. Пожарным удалось отстоять вагончики, домовладения, которые построены на этой территории. То есть сгорели деревья, сгорела трава. Ну, скажем, потери минимальные в дальней обстановке, учитывая то, что был ветер, который подхватывал этот огонь и разносил так с большой скоростью. Садоводческое товарищество «Хуторок» размещается невдалеке от оптового рынка, одно из самых благоустроенных. Есть здесь вполне приличные дома, которые пригодны не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Есть и участки, пребывающие в заброшенном состоянии. Они заросли сорной растительностью, выжженной солнцем, деревьями и кустами. Вот такие участки и стали легкой добычей для огня, который распространился, скорее всего, от небрежного или неосторожного с ним обращения. Основная причина – это то, что граждане и само садоводческое товарищество не должным образом уделять внимание уборке участков от горючей сорной растительности, которая к концу лета засыхает, и то есть достаточно небольшой искры, чтобы это все загорелось как порох, что вчера в принципе и произошло. Пожар высветил ряд проблем, которые мешают пожаротушению. Это и узкие проезды со свисающими ветками деревьев, и отсутствие кругового проезда в товариществе, разворотных площадок для пожарных машин. На этот раз удалось избежать людских потерь и защитить строение, но последствия пожара могут быть гораздо более серьезными. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в результате высоких температур в августе во многих муниципалитетах, в том числе в Славянском районе, установлен 5-й класс пожароопасности. А это значит, что всем нужно быть чрезвычайно бдительными. Огонь может уничтожить дом или даже дачный поселок очень быстро. В нашей стране есть печальные примеры таких пожаров. Прогнозы синоптиков неутешительны. Жаркая погода сохранится. А значит, сейчас нужно быть предельно осторожным с огнем. Категорически запрещено сжигать растительные остатки. Нужно очистить свои участки от сухой растительности и мусора. Это поможет избежать пожара, а значит, сохранить жизнь и имущество. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».